независимости от национальности завтра участвовать в референдуме и голосовать против. Также Валдис Домбровскис заявил, что диалог с национальными меньшинствами в Латвии ведется, а народное голосование о русском языке вроде как не является стимулятором для беседы с русскоговорящими латвийцами. Хотя на определенные выводы такое волеизъявление наводит. Что касается диалога с русской общиной, и я бы хотел вообще сказать, с национальными меньшинствами, то он, конечно, проводится. Мы, конечно, должны также делать свои коррективы курса. Конечно, этим вопросам придется уделять больше внимания. Свои подписи под манифестом доброй воли, который находится в президентском замке, вслед за Андрисом Берзиншем уже поставили.